Дни напряженные, яркие, полные ощущения близкой весны. Съездовские дни. Заключительное заседание 25-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. В своей речи генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев сказал: «Дорогие товарищи, 25-й съезд Коммунистической партии Советского Союза подошел к концу. Съезд обсудил итоги истекшего пятилетия, внимательно и объективно проанализировал накопленный опыт, рассмотрел наши планы на будущее. Теперь мы лучше видим, где заложены новые источники, новые резервы дальнейшего роста, яснее понимаем стоящие перед партией задачи. Съезд определил принципиальный политический курс партии на предстоящие годы. Товарищи, наш 25-й съезд выдвинул новые рубежи в борьбе за дальнейший рост мощи страны, за повышение уровня жизни советских людей, за совершенствование всей нашей общественной жизни. Он выдвинул новые конкретные задачи и в области внешней политики, в борьбе за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов. Планы, которые одобрил съезд, это нелегкие, напряженные планы. Задачи, которые он поставил, это очень серьезные задачи. Но мы уверены, товарищи, мы твердо уверены в том, что эти планы будут претворены в жизнь. Эти задачи будут решены.